Всем привет, с вами я, Александр Сычков, и сегодня я играю на таком интересном сервере. И это бой насмерть, блин, понимаю. Ну что ж, что здесь вообще есть в этом режиме, сейчас я вам все расскажу. Читами я пользоваться не буду, потому что это не круто. Зато я поубиваю этих гадов с помощью моего Ладно. Так, ладно. Так. На. Подумаем. Так. Давайте сейчас их всех хрень будет. Используем мы сегодня читы. Вы знаете. Начитерить мы можем все, что угодно. От обычные вот эти вот. Играем мы за террористов, поэтому. Ой-ой-ой. Их нельзя за планчик, да? Смотрите, сколько я планчу. Ого! Я вообще забирать его могу. Я, походу, брать его не могу. Ладно. Видите, он исчезает. Так, ого, это свои ребят. Это свои, за мою команду свои зашли. Это, конечно, очень даже круто. Ну, ладно. Так. Значит, я играю не один. В этой игре. За нас играют где-то 5 человек. И за них. И за них тоже. Так. Перебираемся. Давайте отключимся. Вот эту штуку. Но зато я могу неожиданно появляться в разных местах. Так, ого, хочет. Уже что-то. Так, ладно. Так. О, еще один хочет. Так, давайте все-таки включим эту штуку. Зато я могу летать читом, да. Это очень прикольно. Так, где у нас там враги? Так, вот он. Видите? Да, не могу. Не хочу Сайрекс, хочу нормальное оружие. Найди. Не хочу Сайрекс, он такой. Поэтому я не хочу тоже. Так. Так, ладно. Так, полетаем. Ну, сейчас забавим мне. Уже, наверное, это все. Ну, ладно. Так, ну хотя бы полетаем. Вот за нас наши игроки. Вот за них чужие игроки. Ну, ладно. Эти все-таки читы отключим, это как-то уже не круто, ребят. Получается, потому что ребята играют, стараются здесь играть по-честному, а я тут все порчу, короче, не будем пользоваться читами сегодня. Все равно, как-нибудь в другом видео я покажу что-то типа того. Ладно. Так, фун. Ого! Так. Так. Ну что? Стоп. Я почему-то не могу его. Подождите. Видите? Секунду. Я не успел. Извиняюсь. Почему-то я не знаю, я не успеваю их убивать. Хотя, если сейчас прицелить. Так. Это нельзя делать, я не могу почему-то убить. Хотя, давайте возвратимся с другим оружием. Уже. Так, автобай у нас работает, да? Случайное оружие. Так. Идем сюда. Ого! Почему ты не смотришь? Убить его не могу. Это вот странно. Хотя нет, я помогал его убить, ну ладно. Почему ты не... Я не успел его убить. Так, успей. Я не успеваю просто. Я просто не успеваю. Я вот... Ого, хэдшот. Это вот хэдшот настоящий. Конечно, я немного разучился играть, но ладно. И так нормально. И так сойдет. Вот, все. Так. Давайте пользоваться только диглом. Потому что это крутая вещь. Потому что читами как бы с читов работает только вахак, аим и кнопки. Ну ладно. Так, у нас есть дробовик, я могу его использовать. Вот, ладно, давайте с ним спавнимся. Прямо здесь нас спавнит, да? Я понял. С нашим розовым дробовичком. И нам дали 16 очков. Нет, да? Давай. Ого, еще один килл. Это очень круто. Так, дальше что? Дальше. У нас кто-то еще должен. Ого, да, у вас там много очков. Там будет мало вас. Запрыгнем.
А, запрыгивать здесь уже нельзя, да? Да. Так, где он? Обманный маневр. Ну, конечно, это круто. Продолжаем. И... О, блин. Ого, супер. Хедшот, ребята, я убил его. Так, патроны заканчиваются. Ну ладно. Так, давайте с ножом здесь побегаем. Вот такой он крутой нож у нас. Иди, попустимся. Это что здесь? Давай. А, ладно. Не будем им пользоваться. Не очень такое уж крутое оружие. Но эффективное, ребят. Вот там бонусное оружие уже дает. Я пока не могу в него попасть. Давайте просто покинем. Такой-то. Дробовик спокойствия, блин. Какой-то лошадь. Давай. Да, хочу, ребят. Меня так не убили. Он пропал. Так, давайте кого-нибудь ножом убьем. Если смогу. Хотя нет, ребят. Да, нет. Я не смогу. Я просто не успею. Есть уже как-то все профессионалы. Так. Ну, через дверь я, конечно, выходить не буду. Это уже понятно. Поэтому я где-нибудь здесь посижу. Никого не нашел здесь. Поэтому давайте... Что-то я кого-то видел. Так. Давайте запрыгну сюда, чтобы видеть врагов. Так, ого, АВП-шка. Конечно же. Конечно же, я люблю это все делать. Так, АВП-шечка, давай. Драгонлор! Ребята, история о драконе, кто еще не знает о нем. О, давай! Я что-то не понял, я не понимаю. Я через него попал. Ладно. Давайте все-таки. Ну два, конечно, два. Стало их ноль. Так, прицелился и опа! Свои, чужие. Ого, и наших окружили. Уже. Так, где у нас враги? Так, свой. Так, я чидер, блин, здесь. А никто этого не замечает. Хотя у меня уже дофига здесь скиллов, конечно же. Так, ладно, где у нас враги наши? Осталась одна минута до конца раунда. Поэтому я постараюсь как-нибудь так играть. Так, я... Ого, курица. Круто. Вот так она выглядит, курица. Кто не видел? Что, не могу убить? Странная курица. Хотя я стреляю по ней. Я ее все-таки убью. Ого! Ну понятно уже. Понятно, ребят. Бегать я не буду. На! Хэдшот тебе через стенку. Прямо. Вот так вот работает на бас. Так, ладно. Ладно. Так, остается 55 секунд. Так, да, 55. Ну, короче, понятно. Что же я вам могу сказать? Давайте его убьем и все. Ну по-любому сейчас. Уже килл будет. Видите? Опа! Нет, я не попал! Стоп. Я смогу. Обязательно смогу. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Алекс. Ставьте на мой канал Бумбас. Пишите комментарии, заходите на сайт Нубас сервер. Там вы найдете сервера для квестки, для любой версии. Также заходите на Нубас. Там есть кейсы. Ну что же я могу сделать? Веселитесь в квестке и, короче, всем пока.